Знакомьтесь, это Олег. Он любит смотреть видео по ФНАФу. Аж музыка отключилась. Однажды он решил стать инженером. Он хотел построить свою пиццерию с аниматрониками. Он очень сильно старался сделать своих аниматроников. И у него получилось. Что и неудивительно. Он попросил поваров работать у него в пиццерии. И они согласились. А еще он нанял на работу охранника. Но в его пиццерию никто не приходил. Что же делать? И он решил снять рекламу своей пиццерии. О чем он ранее и не додумался. И у него получилась очень хорошая реклама. Вот вы просто сейчас увидите скоро эту рекламу. Однажды Кирилл просто сидел в компьютере и смотрел видосы. И увидел рекламу с аниматрониками. Вот, великолепная реклама просто вот. И он решил поехать туда. Потом у Олега стало очень много посетителей в его пиццерии. Но потом один из аниматроников напал на Кирилла и на остальных посетителей. Но аниматроники не напали на Олега, потому что он их сделал. И пиццерию закрыли.